тест. Опять же, видео 4К. Катаемся ночью, посмотрим, как он. Опять же, стабилизация и вся другая хренотень. Давайте посмотрим, как он будет там сводиться в камеру другую. Хренотень какую-то сказал. Что значит сводиться в камеру другую? В зеркало он будет фокусироваться или нет? Я, конечно же, имел именно это в виду. Даже интересно, как будет на голову, значит, по... Господи, какую в жопу голову. Будет интересно, как голос будет звучать, или музыкальное сопровождение, или голос будет, речь моя непосредственно. Интересные здесь, кстати, такие вот у нас звездочки тут даже какие-то, да, цвета, вот видите? Вот по центру какая-то хренотень, прям звездочка. Интересно. По качеству я должен сказать, что интересное качество такое, хотя, конечно, все-таки это ночь, и по ночи это будет не совсем как бы качественно, но все равно это 4К по идее 4К должно быть хорошим. Поэтому продолжаем, что же делать, продолжаем прокатиться сейчас по другой дороге, вернее по этой же дороге, но без света уже, без фонарей, без этих фонарей вдоль дорог, которые... Вот, посмотрим, насколько хватит, и посмотрим на качество самой картинки. Потому что 4К, на мой взгляд, все-таки здесь, все-таки не 4К. Ну и опять же посмотрим, как все это будет вообще с дрожанием, и насколько все будет симпатично и красиво. Ничего, но во всяком случае... А во всяком случае, вот на маленьком экранчике смотрится красиво. На самом деле, как оно будет, ну хрен его знает. Давайте попробуем прогнать немножечко по скорости. Стараться держать камеру, и чтобы все это было достаточно так вот красиво, то есть фокусировка, она как-то все-таки дает о себе знать. Фокусировка, я имею в виду, в мозгу. А я подтормаживаю сам именно потому, что у меня проблемы сейчас, но я спал как бы, и вот это сонное состояние у меня, конечно же, оно меня так вот достает. 4 минуты снимаем, 22 секунды, господа, и смотрим дальше. Вот, опять же, мы въезжаем на территорию города-героя Севастополя. Вот такая вот какашка у нас там какая-то непонятная стоит. Вот кусок железяки нашли где-то. Вот. Ну и что, фокусируйся, что ты не фокусируешься? Что, трудно сфокусироваться ночью? Вот странно, почему не фокусируется? Вроде камера 4К, айфона. И ни хера не фокусируется. Что за бредятина? Давай фокусируйся уже. Ну, вроде сфокусировался, да?
А вообще хрен его знает на самом деле, я не уверен. Непонятно, что к чему здесь вообще происходит и почему так. Вот я пальцем сейчас нажал, посмотрим. Не, он ни хера не понимает. Походу, он вообще ни хера не понимает. Давайте на огонечки на эти, на капоте сфокусируем. Не, тоже он все, кончился. Но посмотрим дальше. Классная камера. Или он после 5 минут вообще там уходит в небытие, короче, и на этом все. 5.33, господа, и какая-то хренотень, полная жопа, как вы видите на экране. И это мне уже, конечно, не нравится, потому что все-таки телефон с 4К, он должен снимать 4К много. Может, ему не хватает места, и он начинает тормозить. Что тогда за телефон, у которого не хватает места, и он начинает тормозить? Нахера он тогда стоит так много бабла? Ну, все-таки для телефона, господа. Согласитесь, для телефона, ну, блин, это не 100 тысяч, конечно, но 18 тысяч это тоже деньги, тоже достаточно много денег, тоже дорого. Какой смысл покупать телефон, который через 5 минут, ради 4К, который через 5 минут начинает вот такую кашу варить и все, и ничего с ним не сделать, друзья мои. Ну, хорошо, давайте попробуем здесь, фокусируем, попробуем, будет он здесь у нас фокусироваться на 6-й, на 7-й минуте. Тебе что, трудно? Вот я уже все сделал. Да мне не надо то, что ты делаешь, дебил. Мне нужно просто сфокусироваться. Нет, нихера. Ой, насколько я понимаю, любая камера справилась бы с этой проблемой. Любая камера. Вот. Он начинает растормаживаться, господа. Он начинает растормаживаться. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет дальше. А чё он? Ну, он не фокусируется все равно ни хера. Он, короче, на первые несколько минут там что-то может, а потом ни хера не может. Друзья мои, это не камера на 4К, это говно. Это фуфло. Фуфло ваш смартфон, айфон. Это говно полное. Вообще ни о чем. Что он хочет сказать, что он немножко фокусируется, да? Боже мой, или он пытается поймать, сфокусироваться на каждой вот этой вот лампочке или строчке на асфальте. Странно. Вроде он фокусируется, вроде что-то он сейчас раздуплился. Он, наверное, думал, что я сдамся и решу отключить его нахер после 6-й минуты. А хуй тебе? Нет, дорогой друг? Я сделаю по-своему. Я все-таки хочу доехать до гаража и посмотреть. Тут осталось недалеко ехать. То есть хочу посмотреть, почему ты машину видишь и не фокусируешься, падла. Мне просто интересно. Ладно, захожу на свою полосу. До сих пор я не знаю, нужно ехать по своей полосе или нет. Так, ну, картинка все-таки по цветовой гамме мне нравится. Она очень похожа на реальную, она реалистичная. Но вот, на мой взгляд, он уходит, короче, ну, куда-то непонятно. Ну, ребята, ну, где фокусировка? Это камера или в жопу палец, блин? Вроде что-то там поймал, да? Дело в том, что я сейчас за рулем нахожусь и не особо вижу, то есть не особо я смотрю в эту камеру. Вот, но смысл не в этом. Сейчас я уже подъезжаю, уже я на выходе и... Опа! Опа-опа! Так, еще этот iPhone SE, он греется. Друзья мои, насколько я понимаю, он... Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы он грелся, но он греется. Когда он снимает видео 4К, он греется по какой-то непонятной для меня неведомой причине. Вот мой гаражик. И на этом мы будем заканчивать с вами это видео. Вот тут он сфокусировался, падла. Ну все, друзья. Давайте сделаем тест. Опять же, видео 4К. Катаемся ночью, посмотрим, как он. Опять же, стабилизация и вся другая хренотень. Давайте посмотрим, как он будет там сводиться в камеру другую. Хренотень какую-то сказал. Что значит сводиться в камеру другую? В зеркало он будет фокусироваться или нет? Я, конечно же, имел именно это в виду.
Знаешь, интересно, как будет на голову, значит, по... Господи, какую в жопу голову. Будет интересно, как голос будет звучать, или в музыкальном сопровождении, или голос будет, речь моя непосредственно. Интересные здесь, кстати, такие вот у нас звездочки тут даже какие-то, да, цвета, вот видите? Вот по центру какая-то хренотень, прям звездочка. Интересно. По качеству я должен сказать, что интересное качество такое, хотя, конечно, все-таки это ночь, и по ночи это будет не совсем как бы качественно. Но все равно это 4К, по идее. По идее, 4К должно быть хорошим. Поэтому продолжаем, что же делать. Продолжаем прокатить сейчас по другой дороге, вернее, по этой же дороге, но без света уже, без фонарей, без этих фонарей, вдоль дорог, которые. Вот, посмотрим, насколько хватит, и посмотрим на качество самой картинки. Потому что 4К, на мой взгляд, все-таки здесь, все-таки не 4К. Ну и опять же посмотрим, как все это будет вообще с дрожанием, и насколько все будет симпатично и красиво. Ничего, но во всяком случае. Ну, я думаю, что это примерно так же, как через который есть, а во всяком случае, вот на маленьком экранчике смотрится красиво. На самом деле, как оно будет, ну хрен его знает. Давайте попробуем прогнать немножечко по скорости. Стараться держать камеру, и чтобы все это было достаточно так вот красиво, то есть фокусировка, она как-то все-таки дает о себе знать. Фокусировка, я имею в виду, в мозгу. А я подтормаживаю сам именно потому, что у меня проблемы сейчас, но я спал как бы, и вот это сонное состояние у меня, конечно же, оно меня так вот достает. 4 минуты снимаем, 22 секунды, господа, и смотрим дальше. Вот, опять же, мы въезжаем на территорию города-героя Севастополя. Вот такая вот какашка у нас там какая-то непонятная стоит. Вот кусок железяки нашли где-то. Вот. Ну и что, фокусируйся, что ты не фокусируешься? Что, трудно сфокусироваться ночью? Вот странно, почему не фокусируется? Вроде камера 4К, айфона. И ни хера не фокусируется. Что за бредятина? Давай фокусируйся уже. Ну, вроде сфокусировался, да? А вообще хрен его знает на самом деле. Я не уверен. Непонятно, что к чему здесь вообще происходит. И почему так. Вот я пальцем сейчас нажал. Посмотрим. Не, он ни хера не понимает. Походу, он вообще ни хера не понимает. Давайте на огонечки, на эти, на капоте сфокусируем. Нет, тоже он все кончился. Но посмотрим дальше. Классная камера. Или он после 5 минут вообще там уходит в небытие, короче, и на этом все.
5.33, господа, и какая-то хренотень, полная жопа, как вы видите на экране. И это мне уже, конечно, не нравится, потому что все-таки телефон с 4К, он должен снимать 4К много. Может, ему не хватает места, и он начинает тормозить. Что тогда за телефон, у которого не хватает места, и он начинает тормозить? Нахера он тогда стоит так много бабла? Ну, все-таки для телефона, господа, согласитесь, для телефона, ну, блин, это не 100 тысяч, конечно, но 18 тысяч это тоже деньги, тоже достаточно много денег, тоже дорого. Какой смысл покупать телефон, который через 5 минут, ради 4К, который через 5 минут начинает вот такую кашу варить, и все, и ничего с ним не сделать, друзья мои. Ну, хорошо, давайте попробуем здесь, попробуем, будет он здесь у нас фокусироваться на 6-й, на 7-й минуте. Тебе что, трудно? Вот я уже все сделал. Да мне не надо то, что ты делаешь, дебил. Мне нужно просто сфокусироваться. Нет, нихера. Ой, насколько я понимаю, любая камера справилась бы с этой проблемой. Любая камера. Вот. Он начинает растормаживаться, господа. Он начинает растормаживаться. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет дальше. А чё он? Ну, он не фокусируется все равно нихера. Он, короче, на первые несколько минут там что-то может, а потом нихера не может. Друзья мои, это не камера на 4К, это говно. Это фуфло. Фуфло ваш смартфон, айфон. Это говно полное. Вообще ни о чем. Ну, что он хочет сказать? Что он немножко фокусируется, да? Боже мой. Или он пытается поймать, сфокусироваться на каждой вот этой вот лампочки или строчки на асфальте. Странно. Вроде он фокусируется, вроде что-то он сейчас раздуплился. Он, наверное, думал, что я сдамся и решу отключить его нахер после 6-й минуты. А хуй тебе. Нет, дорогой друг. Я сделаю по-своему. Я все-таки хочу доехать до гаража и посмотреть. Тут осталось недалеко ехать. То есть хочу посмотреть, почему ты машину видишь и не фокусируешься, падла. Мне просто интересно. Ладно, захожу на свою полосу. До сих пор я не знаю, нужно ехать по своей полосе или нет. Так, ну, картинка все-таки по цветовой гамме мне нравится. Она очень похожа на реальную, она реалистичная. Но вот, на мой взгляд, он уходит, короче, ну, куда-то непонятно. Ну, ребята, ну, где фокусировка? Это камера или в жопу палец, блин? Вроде что-то там поймал, да? Дело в том, что я сейчас за рулем нахожусь и не особо вижу, то есть не особо я смотрю в эту камеру. Вот, но смысл не в этом. Сейчас я уже подъезжаю, уже я на выходе и опа. Так, еще этот iPhone SE, он греется. Друзья мои, насколько я понимаю, он, ну, конечно, не хотелось бы, чтобы он грелся, но он греется. Когда он снимает видео 4К, он греется по какой-то непонятной для меня неведомой причине. Вот мой гаражик. И на этом мы будем заканчивать с вами это видео. Вот тут он сфокусировался, падла. Ну все, друзья.